Да, пацаны, когда вот смотришь на медицинский инструмент, фантазия бурно бушует. Ну посмотри на эту штуку. Вот что это такое? Вот что-то ей, наверное, вот нажимать на тело там где-то в животе, допустим, что-то выдавливать. Ну, как по мне, вот, на похоже на этот. На зимнюю эту удочку. Донка, донка, да, на окуня. Да, прикинь, вот это вот раньше вот такими вот, глянь, медицинскими штуками, короче, этот. А вот, видишь, СССР. Да ты что? Да, это советская вот такая штука. Может быть, это для чистки лица, допустим. Тут еще, видишь, какие-то зубчики. И там зубчики. Да не, это что-то шкрябать. Шкрябать в животе по-любому. Это ж надо. Это нержавейка, да. Такая ручка серьезная, видишь, с такими гранями, чтобы походу не скользило в руке, когда ты там в живот вставляешь и пошел там накручивать. Да, очень страшный медицинский инструмент. У меня его много. Ссылочку найди в описании канала. Хочешь там, если в животе поковыряться, переходи. Есть вот такой вот ржавенький был, и есть еще новенький.